Оно, видишь, специальное название, планка. Упражнение. Слушай, я по 4 минуты стоял когда-то. Ну, можно и по 4 минуты. Да. Это достаточно 1 минуты. В день. Вот в день. Сделали эту планку, и все отлично будет. И живот, живота не будет, и спина будет крепкая. Так что вот это вот ценнейшее упражнение. Особое название планка. Слушай, слушай, еще так, знаешь, что есть какое-то? Берешь так это. Статическое так. А, это статическое, да? Да, гимнастика. Статическое. Атлетическое. Вот. А, секунд по 30 надо. О. Ой. Ну вот еще тоже есть ценное упражнение. Ценное ты упражнение. Посмотри, что пацаны. Это у нас с тобой физическое развитие. Давай. Это так. У нас физическое развитие, да? Да. А для умственного развития есть тоже очень ценное упражнение. Вот тут надо выбрать дерево потолще, конечно, желательно. Вот. И берешь, ну, желательно без шапки. Давай. Вот. И давай. Со всей дури 15 раз вот так вот. Тын-тын. Ну, звук должен быть звонкий, пока так. Не будет звонка. Вот это вот, тогда мозги становятся на месте, и все, и голова лучше соображает. Ну, шутка, конечно, а то здорово. Ну-ка, дай попробую, так. Здорово. Вот это вот для устного развития, да. Кто не учился, особенно в высших учебных заведениях, или кто переучился, там, 2-3 закончил. Я не доучился. Ну, а я переучился, так что нам с тобой будет полезно. Можно с разбегу, один раз. Больше не сделаешь. Серьезненько. Да. Ой. Мозги на место становятся, и как-то умнее становишься, все. Ну, дядя, ну ты даешься, дядя. Обалдялся. Фу! Все, ни в какую больничку не ходим, пацаны, только зарядка, если какие-то вопросы надо нам по физкультуре. Значит, мы на связи, пацаны, онлайн, все. Да. Приходите сюда к нам, мы тут. С дядей Вовой Борисовичем вам все покажем. Да, а как достойные люди говорят, надо какие-то вопросы порешать. Вот у них есть такой жаргон, порешать. Вот надо это, об дерево. У нас еще тут есть третий. Еще два мужика у нас есть деда. Все, порешаем. Вот, порешаем. Понял, да. Четыре деда и кошка еще, у меня кот. Вот. Четыре танкиста и да, собак. Да, четыре мушкетера и Д'Артаньян, как хотите. Назовемся, как вы хотите. Слушай. Но для умственного развития это полезно иногда головой. Классно, это мне последнее понравилось. А стенку головой биться полезно, да. Сразу голова проясняется, все. И заодно стенку проверяешь, крепкая, не крепкая. Вот, голова все равно крепкая. Болеть не будет, там кость, там нечему болеть. Вот, так что все нормально. А, вот и все, да. Так. А, вон, главный альпинист идет. Да, вот главный, вот. Все, ребята, привет, удачи, все, поехали. Поехали дальше. Давай, отлично. Так, пацаны, деды на районе, так. Дед Борисович рассекает на роликах. Какая таха проехала, это Волга была советская. Ух ты! Можно улететь на листиках-то, да? Тонет. Ой, белье мое потонет. Ой, попала я в беду. Ой, спасите, пропаду. Тут явился к ней красавец дядя Степа, милиционер, и бабуську вместе с тазом на набрежню водрузил.
Вот бабка стирала, стирала белье. Бабка, алло, а? Бабка! Ой, что-то Кеши нет нигде. Ой, спасите, не могу, попал я в беду. Что там еще вспомнить-то? Деду Борисовичу-то пароходов нету. Ребята, пароход придется ждать, потому что там Кеша обещал проплыть на пароходе. Че, спать охота? Ой, спасите, не могу, я попал. О, мягонькая. Ха-ха, был солдатом когда. А, где спали, где придется там, после дальнего похода. Так почему ты... мы имеем личного нашего журналюгу. Почему ты это работаешь? Да ну-ка скажи-ка вот эту крылатую фразу, да больше ни глаза ни на что не смотрят. Да, пойдем. Хочу только сказать, что вот на это сгоревшее здание пацаны залазили и там прыгали. Тьфу, Найдва, вообще глупые. Ну, видно, готовились к это, стать парашютистами. А мы готовились стать парашютистами, помню, в 5 классе. Забирались на вагоны, вот товарные вагоны, подходили к заводу и стояли, да? И мы залазили, вот... Ума-то не было, но готовились стать парашютистами. Залазили на крыши этих вагонов и оттуда прыгали на землю. Оттуда прыгали на землю. Вот ума-то не было. И еще кувырком так пя-пя. И еще, пя. И еще, знаешь, как еще и готовились. На песочек, до песочек. Или... Да, на что попало. Вот, е-мое. Ну, как никто 4 из нас метра же, блин, хребет не сломал. А еще знаешь, как готовились? Не знаю, сейчас пацаны делают или нет. Вот с ними вот тоненькие березы, да? Вот тоненькие, да, березы. Да. Вот мы приходили в лес, искали тоненькие березы. Ну, осину тоненькую, любое тоненькое дерево. А, и вас запускали вы их? Нет, друг друга. Нет. Залазили как можно выше. Как можно выше. Брались за верхушку дерева, отталкивались, и оно вот изгибалось, дерево, и ты планируешь, и ты как на парашюте спускаешься. До тех пор, пока я не залез вот на высоченное дерево, схватился, да? Обалдел вообще. Вот. Оторвался, и оно обломилось. И оно обломилось. Я с огромной высоты хряпнулся об землю и чувствую, что встать не могу. И вот так вот на этих, на четвереньках стоял, пока потихоньку. Думал, все, двинуться не мог. Пошевелиться не мог. И ты понял, что десантные войска не надо. Да, не, так не тренируются, я понял. Но, кое-как, я не знаю, я думал, все, уже хребет сломал, спину сломал. Они, львы, пришли. Поглазеть на чудо-парк. Отметиться, что они были здесь. А то ведь снимут эти веревки, увезут за 3 9 земель в 30-е царство. А львы их не увидят. Пришли львы смотреть на чудо
веревочный парк. Прилетевший сюда, в Дмитровский городок, наш земляной вал, по повиновению какого-то чудо-юда заморского. Никак из волшебной лампы Аладдина вылез. Вот туда пускай и убирается обратно во свояси. Ты так и не рассказал мне, старый морской волк, что там про акул и про косаток? Каждый раз я тебе много чего не рассказал. Я сейчас расскажу кратенько. В общем, когда я учился в Одесском высшем инженерно-морском училище, у нас после каждого года обучения 4 месяца практики было, плавпрактики по морям, океанам. И вот у нас были свои учебные суда. Самое знаменитое – это парусник «Барк Товарищ». Кто уже в возрасте знает, советский «Барк Товарищ», который и в Америку все время ходил. Парусник огромный такой, трехмачтовый. Вот. Это мой брат на нем проходил практику, мне не довелось. Но у нас были еще обычные огромные океанские суда учебные. Профессор Кудревич, профессор Меняев, «Горизонт». И вот на профессоре Кудревиче мы после третьего курса пошли с визитом из Одессы в Сомали. О! В Сомали. Ничего себе, курсанты. Побывали в Сомали, но там тоже очень интересно. Это беднейшая, одна из самых бедных стран в мире, Сомали. И там они пираты. У нас просили хлебушек. Слушай. Мы в Министерство морского флота пришли к ним на встречу, и они у нас хлеб просили. Знали, что на судне мы хлеб печем свой. Да. Они просили по-бухански хлеба. Мы им, конечно, Ну, нищета страшная. Слушай, там в каком-то фильме даже показывали, как наши моряки им продавали хлеб в какой-то стране. Там, помню, в фильме, да, показывали. И вот что интересно, в Министерстве морского флота, ну, нас несколько человек, курсантов взяли, сидим в Министерстве морского флота Сомали. И там, смотрю, знакомые, хотел сказать, рожи мои, вот этих вот, сомалийцев, африканцев. Вот. И на меня так внимательно смотрят ребята эти, уже работают в Министерстве морского флота. Но, оказывается, они меня запомнили, потому что я чемпион училища по гирям, по борьбе и по штанге. Ну, занимался все время. И они меня с первого курса запомнили. Я научился на первом курсе, они уже заканчивали, они уже шестой курс заканчивали. То есть они на 6 лет меня старше, на 5 лет старше меня. Вот. И после третьего курса они уже в Министерстве морского флота Сомали работают. Ну, естественно, закончили советское, лучшее в мире высшее учебное заведение морское. И они сразу в этом... И вот они, это меня, Борисович, вот. Боб. Вот. Вот. Так что среди сомалийских пиратов действительно, оказывается, мои ребята, которые со мной учились, только однокашники. Постарше. Да, ну не однокашники, они постарше лет на 5. Но те, кто учился со мной в одном высшем учебном морском заведении. Ну ладно, что хочу сказать. Из Сомали мы пошли потом в Марокко. Это другая конечность Африки. Да, это север. И когда мы вышли из Суэцкого канала и шли по Средиземному морю с одного конца, от Суэцкого до Гибралтара, шли через все море Средиземное. За нами где-то посредине моря, у берегов Греции, греческих островов, увязались акулы. Древние липы, дубы, как вы поживаете-то, братцы? Ой-ой-ой, что-то изменилось в нашем валуте. А где же эти басурманские постройки-то, а? Ха, нету ничего, было и нету. Ха, ну-ка. Дед Борис сейчас посмотрит. Проберусь через заросли топани с посохом своим. А? Неужели ничего нет, а? А где же они? Смыло их. Вот это красота. Смотри-ка, продрался через дебри-то. Вот это чудеса, ребят. Нету ничего. Слава тебе, Боже, слава тебе. Вот так вот.
Одни дровишки остались. И больше ничего нету. Ни черта нет осталось. Красота просто. Вот так. И надо было сразу.